Руководство транспортной полиции Сибири и линейного отдела МВД на станции Новосибирск поздравили не совсем обычную многодетную семью с наступающим Новым годом. Супруги Алексей и Оксана Латынцевы воспитывают в общей сложности 13 малышей. Четверо из них усыновленные. Ребята приехали с территории Донбасса, все они кровные братья и сестры, поэтому разлучать их никто не стал. Дед Мороз в погонах в рамках всероссийской акции не мог обойти этих людей стороной. Большую семью пригласили прямо в управление, где гостям вручили подарки и рассказали о работе правоохранителей. Дети вместе с экспертами-криминалистами изучали следы, проводили исследования и раскрывали тайны. Помогал им в этом специально обученный служебный пес.